В Центральном парке Люберец прошел ежегодный фестиваль «Счастье вдвойне». Виновниками торжества стали семьи с близнецами, двойнями и тройнями. Мероприятие организовало сообщество «Мама офлайн». На празднике работала наша съемочная группа. Сообщество активных мам Люберец «Мама офлайн» восьмой раз порадовало жителей ярким праздником. Ежегодный фестиваль «Счастье вдвойне» прошел в округе. Началось с того, что я мама сама близнецов, моим мальчикам уже 9 лет. И когда им был годик, я попала в это сообщество. И вот так пришел этот праздник, я решила собрать мам особенно таких вот деток, да, которые счастливы вдвойне, на одной площадке, посмотреть, сколько их у нас в городе. Родители отдыхали и обменивались опытом воспитания, а дети развлекались с аниматорами. У Светланы и Андрея Маркеловых 5 лет назад в один день родились двойняшки – мальчик и девочка. Такой случай еще называют «королевская двойня». Это невозможно объяснить. Просто я всегда знала, что у меня будет двойня. Ну, когда я задумалась, что пора детей, да, там это, я просто, ну, еще всегда шутила и говорю, у меня будет 2 – мальчик и девочка. У нас все, у всех в семьях по одному ребенку. Спасибо большое. А тут вот получилось двойня. Это великое счастье, прям словами сложно передать, как это все было. Но были удивлены, я был очень сильно удивлен и в шоке от радости. Фестиваль состоялся в рамках программы губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». Всего в парке собралось более 50 семей. Для них прошли творческие мастер-классы и концертная программа. Детям раздали подарки. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.